Привет всем! Не секрет, что многие производители пытаются копировать цвета Little Green. И мы решили провести небольшое исследование и посмотреть, насколько у других игроков рынка получается это сделать. Для анализа мы взяли один из самых популярных цветов Little Green. Это French Grey 113. И мы сравним сейчас оригинал цвета с другими участниками рынка. Начнем с Flüger. Цвет очень сильно отличается. Он холодный серый. Dexa 5. Дальше. Caparol. Также отличия явные. В цвет вообще не попали. Рискуете большие проблемы на стене получить. Цвет холодный серый. Тикурила. По сравнению с Flüger и Caparol цвет получился лучше, но далеко от настоящего French Grey, как вы видите. Цвет светлее и более плоский. Technos. То же самое, он очень похож на Тикурилу, но цвет отличается. Он светлее и, опять же, более плоский. Старичок нашего рынка. Бейкерс, в данном случае Бейкер Пласт, краска Бейкер Пласт, не похож. И две краски из ассортимента Шервин Вильямс, цвет темнее, похоже, но не Little Green 113 цвет. Это Duration Matte и Emerald Matte. Emerald Matte темнее, холоднее. На стене будет выглядеть совершенно по-другому по сравнению с настоящим Little Green 113, который сложный. В его состав входит не только серый пигмент, но и охра, который дает невероятные варианты в помещении. А дальше уже за клиентом право решать, какую краску.